Но после того, как вы насладитесь этими замечательными видами, на канатной дороге можно спуститься вниз, туда, к погребам, и провести дегустацию. Снаружи это такой неоготический стиль, внутри скорее больше похоже на арнуво, сделано все абсолютно потрясающим образом, но самое главное, конечно, это очень и очень замысловатая лестница. С утра отличная идея прокатиться на кораблике по реке Дора для того, чтобы осмотреть все мосты. Вообще мостов в порту 6. Привет, друзья! Сегодня, конечно, будет не неизведанная Португалия, сегодня будет Порто, второй по величине город Португалии. Но я решил все равно снять его, потому что последний раз я его снимал в 2016 году. И это был первый тревел-влог, который я снял 6 с небольшим лет назад. Это была такая первая попытка. Снимал я, ну, практически на утюг, говорил я так медленно, что если бы я чуть-чуть медленнее начал говорить, то я бы говорил задом наперед. Поэтому думаю, что стоит повторить прогулку по этому городу и показать вам, ну, действительно, самые, наверное, известные, самые знаменитые места этого действительно очень интересного и живописного города. Сейчас, естественно, мы начинаем нашу прогулку с Рибейры. Это туристический район. Здесь идет бойкая торговля сувенирами, какие-то танцоры, музыканты, много всяческих кафе, ну и, конечно, толпы народа. Здесь, конечно, один из лучших, один из знаковых видов Порту на, во-первых, мост Дон Луиш I, короля Португалии, собственно говоря, при котором этот мост и был построен. Вид на Виллу Нову де Гайо. Да, это важно заметить, что на том берегу это уже другой город, но он также является такой открыткой этой локации, потому что там находятся знаменитые дома Портвейна. И вот они все с вывесками находятся там. Вечером, конечно, это все выглядит более ярко, потому что это все светится. Все это очень интересно. Кстати, что касается моста Дона Луиша I, многие считают, что его построил Эйфель. Это совершенно не так. Тут есть определенная путаница, потому что мост этот построил ученик Густава Эйфеля, Теофил Сервейк. Кажется, так его звали. И он имеет нижний проезд, и он имеет верхний проезд. Причем поверху ездит метро Порту. Это тоже важно. А вот Эйфель построил другой мост, который действительно по силуэту очень похож. Он называется Дом королевы Марии Пи, то есть жены того самого Луиша I. Вот здесь вот я думаю, что теперь все разобрались и знают, кто чего на самом деле построил. При этом важно сказать, что в конкурсе на строительство этого моста Эйфель тоже участвовал, но уступил, как я уже сказал, своему ученику, видимо, не менее талантливому. Вот отсюда сверху, с моста Луиша I, наиболее ярко можно увидеть, ощутить все блеск и нищету порта, потому что здесь, конечно, все очень сильно замешано, и здесь трущобы переходят в какие-то более приличные улицы. Конечно, это такое главное отличие от довольно рафинированного уже Лиссабона. Здесь же, естественно, наверху потрясающий вид на Порту, на Рибейру, на Виллу Нову де Гайо и на вот эти винные погреба. И здесь же еще наверху, уже на стороне Виллу Нову де Гайо, находится бывший женский монастырь Сер де Пилар. И там, кстати говоря, тоже отличная смотровая площадка. Ну и народ вот именно в это время, в районе, ну, зимой, 5 часов,
собирается и на мосту, и вот там, для того, чтобы посмотреть совершенно замечательный закат, когда солнце уходит за горизонт, оставляя фантастические, очень яркие сполохи всех теплых цветов. Желтый, оранжевый, красный. Вот все это уходит за горизонт, превращаясь постепенно то и в бордовый, то и в фиолетовый. Ну и абсолютно точно в цвет 2023 года Viva Magenta. Да. Ну и вот в ту сторону, если посмотреть, то можно так за поворотом реки увидеть вот тот самый мост Марии Пии. Очень действительно похожий по силуэту на этот. И вот как раз авторство Густава Эйфеля. Ну и, конечно, этот мост еще удивителен тем, что здесь вы можете буквально прогуливаться по путям метро. Вот только что проехала электричка, она там в порту уходит в туннель. И это, конечно, тоже очень удивительно, потому что я не припомню, чтобы где-то еще, вообще в каком-то городе, можно было вот так вот спокойно, легально гулять по путям метро. Не скажу, что это какой-то дикий опыт, но что-то в этом есть. Но после того, как вы насладитесь этими замечательными видами, на канатной дороге можно спуститься вниз туда, к погребам, и провести дегустацию. Кстати, пока у нас тут есть небольшая пауза, я перехожу обратно через этот мост, расскажу про отель, в котором мы остановились. Он довольно симпатичный оказался, находится прямо на берегу реки Дору. Да, кстати, река-то называется Дор. В Испании она известна как Дуэро. Это тоже очень важно. И отсюда, кстати, ходят круизные речные кораблики. И можно до Испании доплыть, вернуться обратно и насладиться как раз видом на вот эти замечательные крутые берега, на которых террасами растут виноградники. Ну, точнее, находятся виноградники. И, собственно, из этого винограда и делается это замечательное крепленое десертное вино. Отель находится вот как раз на берегу. Симпатичный, новый, дизайнерский. Стильно оформленное лобби. Очень классный бар наверху, прямо на крыше. Опять же, с потрясающим видом на виллу Нова де Гайо. Ну и, конечно, номера тоже вполне себе неплохо оформлены. В теплых, светлых тонах, с балкончиком, с французским, с которого тоже можно посмотреть на реку. Ну и, в общем, довольно приличная ванная комната сделана, собрана она из португальской сантехники. В общем, у меня претензий особенных нет. Кроме того, что вот эта штука звенит очень громко. Рекомендую остановиться, когда окажетесь здесь, в Порто. Ссылку на всякий случай оставлю в описании. Так что пользуйтесь рекомендациями. На здоровье! Проходя мимо вокзала Сан-Бенто, невозможно пройти мимо, потому что это одна из таких, можно сказать, бесплатных достопримечательностей. И основной хайлайт здесь, безусловно, эти керамические панно, которые представляют из себя сцены из истории Португалии, а также из быта португальцев, ну и вообще просто какие-то красивые сюжеты. Говорят, что здесь аж 20 тысяч плиток, вот этих вот традиционных азуледжу, то есть сине-белых оттенков. Хотя есть и какие-то цветные вот там наверху и на фризе. Ну, в общем, смотрится довольно неплохо. И, конечно, нужно сказать, что здесь явно пассажиров и встречающих меньше, чем туристов. Ну, тем не менее, заглянуть определенно стоит. Рядом с вокзалом рекомендую заскочить еще в церковь Святого Антония. Довольно симпатично, ну, во-первых, подсвечено, во-вторых, довольно симпатично внутри. Далее выходим на площадь Свободы, которая вся перекопана. И, конечно, вида такого особенного какого-то сейчас не имеет. Но это означает, что в скором будущем она засверкает новыми красками. И вы приедете сюда,
и вам понравится существенно больше. Ну и сейчас мы медленно, верно продвигаемся к еще одной довольно спорной достопримечательности, которая мне очень нравится, которую я уже показывал тогда и расскажу подробнее. Итак, мы находимся, возможно, у самого известного книжного магазина в мире. Это Librairie Lello. Lello – это фамилия двух братьев, которые открыли этот магазин в начале 20 века и пригласили дизайнера, архитектора Эстевиша для того, чтобы он придумал им, ну, собственно говоря, дизайн, интерьер, да и экстерьер. Снаружи это такой неоготический стиль, внутри скорее больше похоже на ар-нуво. Сделано все абсолютно потрясающим образом, очень интересно. Искусная резьба, но самое главное, конечно, это очень и очень замысловатая лестница, потому что она, конечно, впечатляет. Ну, во-первых, она красная, во-вторых, она действительно такая очень необычная. Понятно, что она такой сделана не из каких-то функциональных соображений, а именно для красоты. И, конечно, в начале 20 века вот красоте уделялось очень большое внимание. Ну и, конечно, такой магазин не мог не привлекать внимание посетителей и был достаточно популярен довольно долго. Но в том числе в определенные моменты жизни разворачивалось все таким образом, что он оказывался и буквально на грани банкротства. Сейчас ему это абсолютно точно не грозит. Дело в том, что с этим магазином связывают очень много легенд относительно Гарри Поттера, точнее создания книги про Гарри Поттера, книг про Гарри Поттера. Джоанна Роулинг, еще когда не была настолько известна, приехала сюда в качестве учителя английского языка в языковую школу и между уроками писала свою книгу. Ну и как говорят, что даже типа она ее писала здесь. Или как говорят, что она вдохновлялась интерьерами этого магазина. Вот здесь вот как бы легенды абсолютно разнятся, и вполне возможно, что это правда. Вот что точно неправда, что здесь снимали Гарри Поттера, здесь Гарри Поттера не снимали. Ну, хотя, возможно, тоже вдохновлялись при создании декорации к этому фильму. Кстати, здесь целая полка посвящена именно произведениям Джоанны Роулинг про этого мальчика-волшебника. Здесь же, кстати, вы найдете очень много книг русских писателей, так что, конечно, говорить про кэнселинг российской культуры тоже, в общем, не приходится. Также важно сказать, что здесь есть два специальных зальчика. Один посвящен Нобелевскому лауреату по литературе от Португалии Жозе Сарамаго. И там, конечно, прежде всего его книги. И, в общем, здесь определенная логика для меня есть. Есть отдельная комната, которая посвящена «Маленькому принцу». Почему здесь «Маленький принц»? Сейчас я не припомню. Ну и, кстати говоря, я не припомню, чтобы он был в прошлый раз, когда я был здесь, 6 лет назад. И, кстати говоря, 6 лет назад вход был тоже платный. И тоже делали скидку на вот эту плату, если вы покупали книгу. Сейчас происходит ровно точно так же, но только входной билет подорожал аж до 5 евро. Ну и, конечно, желательно покупать билетики заранее, через интернет, бронировать определенный временной слот, тогда точно попадете. Ну, я бы рекомендовал, конечно, попадать сюда под закрытие, то есть последний временной слот, 18:30. Тогда, после того, как немножко схлынет толпа, рассмотреть все и снять будет гораздо проще. Так что ловите очередной лайфхак. Ну, еще один, кстати, лайфхак заключается в том, что через окошко на втором этаже очень здорово видна башня церкви Клеригуш. Это самая высокая колокольня Порто. Что тоже, в общем, довольно неплохо, как мне кажется. Друзья, стемнело, поэтому, как всегда, немножко прервемся, но обязательно продолжим завтра. Поэтому вы не переключайтесь.
Итак, друзья, продолжаем наши прогулки по порту. С утра, кстати, отличная идея прокатиться на кораблике по реке Дора для того, чтобы осмотреть все мосты. Вообще мостов в порту 6, помимо уже упомянутых моста Дон Луиш I и Марии Пи, еще 4 моста. Естественно, построены они были в разное время и имеют разные конструкции. Кстати, мост Марии Пи появился раньше, чем мост Луиш I. И, кстати, местные не называют его Дон, потому что он не приехал на открытие моста. И они его просто называют Луиша I. То есть, типа, не королевский вовсе, это мост. Ну и еще один интересный факт заключается в том, что Густав Эйфель построил мост Марии Пи значительно раньше, почти на 10 лет раньше, чем Эйфелеву башню. То есть он, в общем, тогда не был настолько известен всем. И, в общем, и Эйфелева башня, на самом деле, тоже вызывала абсолютно противоречивые отзывы, когда была построена. Одним из последних мостов, который был построен в городе, является мост Рабида. Это автомобильный мост, точнее, комбинированный автомобильно-пешеходный. В свое время, когда его возвели в 60-х годах, он был самым большим арочным мостом, с самой широкой аркой, 270 метров. Вообще протяженность моста 615 метров. И очень интересно, что предусмотрели доставку пассажиров на верхний уровень, построив 4 колонны, в которых находятся лифты, то есть по 2 с каждой стороны реки. И это, мне кажется, ну, прямо очень интересно. Кстати, этот мост был первым мостом, который был построен целиком из португальских материалов. И в 2013 году, возможно, из-за этого был признан национальным монументом. Вот такая интересная история, связанная с мостами. Да, сейчас мы находимся на площади Инфанта Дона Энрике. Вот он, собственно говоря, здесь, вместе с глобусом, точнее, вместе с баром в виде глобуса, видимо. Здесь, на этой же площади, находится Паласио де Болса, это здание биржи. Здесь находится рынок Феррейра Боржеш. Это сейчас такой, ну, типа, фудкорт, гурме и так далее. Ну и вот там вот с уголка сейчас в лесах находится тоже одна из таких знаковых достопримечательностей – церковь Святого Франциска. С реки ее видно значительно лучше. Точно так же, как и с реки, в принципе, значительно лучше видно то, что стоит на реке. Ну, например, здание таможни, которое находится рядом с тем отелем, в котором мы остановились. Тоже, в общем, с реки его лучше разглядеть. Так же, как на той стороне, то есть уже в городе Вилнова-де-Гая, хорошо разглядеть все эти дома производителей портвейна. В общем, рекомендую, прокатитесь, хотя, конечно, ценник, ну, такой не очень справедливый, на мой взгляд. 15 евро за 35 минут, это, в общем, как бы так, дороговато. Но, с другой стороны, какие еще есть варианты? Ну и, кстати, если вы не пьете, но хотите привезти достойный сувенир из порту, то рекомендую зайти в бутик Castelbel, правильно он называется. Это домашние ароматы. Именно отсюда, из порта, здесь их изготавливают. Ну, понятно, не здесь прямо в центре, но недалеко. И это прямо очень-очень круто, поэтому можно купить там какие-то кремы, мыло для рук. Ну и вот те самые домашние ароматы, свечи. И это все очень красиво оформлено, и очень большой ассортимент. И это все максимально симпатично. Так что если ароматический декор входит в ваши планы при создании прекрасного интерьера, то стоит обратить внимание на эту марку.
конечно, заехать в порт и не посетить фонд Сералвиш, музей Сералвиш, музей современного искусства, было бы просто преступлением, потому что место очень красивое. Музей находится в парке. Музей построен Алвара Сиза, опять же. Очень интересная архитектура, необычные объемы, в три уровня сложенные. Летают самолеты, как вы слышите. Да. Идеальная, на мой взгляд, подсветка искусства, потому что нет, ну, практически ни одного направленного светильника общего. Там иногда подвешивают какие-то технические, но направленного света нет. Свет весь отраженный, рассеянный, очень красивый. Ну и, конечно, каждый раз какие-то новые экспозиции, какие-то новые выставки. Это тоже всегда очень интересно. В этот раз у нас были Руй Шафиш. Очень классная работа «Страх без страха» или «Бесстрашный страх» с вот этими вот палками, которые кажутся непреодолимыми, но при определенном умелом движении можно легко преодолеть этот страх. Довольно забавная экспозиция «Метаморфозы» Синди Шерман. Это художница, которая на протяжении нескольких лет делала фотографии себя в различных образах, причем занималась и сценографией, и гримом, и костюмами, ну и, собственно, фотографией. Превращение одного человека в абсолютно разных довольно интересно наблюдать. Ну и, конечно, развес тоже это отдельное искусство. Ну и, конечно, небольшая выставка одной из самых известных португальских современных художниц, которая, кстати, в прошлом году ушла из жизни. Это Пауло Регу. Мы были в свое время в Кашкайше, в доме истории Пауло Регу. Это ее персональный, можно сказать, музей. Очень интересное архитектурное строение. Если не видели, то посмотрите. Ну и здесь вот ее наиболее известные работы в узнаваемом таком стиле. Ну, для меня это такой очень сложный для понимания стиль, потому что это такая вывернутая наизнанку душа и переживания этой художницы. Часто самолеты летают здесь. Да. А, ну и еще была Аугустина Беллуиш, девушка, которая рассуждает о сложном, необычном характере и темпераменте португальцев. Ну, что тоже, да, наверное, довольно интересно для того, чтобы понять, как устроена эта нация, как у них работает голова, если хотите. В общем, музей, как всегда, симпатичен, экспозиции интересные, вдохновляющие. Ну и за этим мы выходим к еще одному вдохновляющему строению. Это, собственно говоря, вилла Сералвиш, построенная в стиле ар-деко, и она меня вдохновляет не меньше, чем музей. Ну, я бы сказал, что это такой практически академический образец ар-деко для меня. Очень красивый цвет снаружи, монохромный, то есть никаких практически декоративных деталей, выбивающихся другим цветом, нет, за исключением белых рам. И внутри тоже интерьер практически монохромный, с определенными нюансами цвета, но все в единой и довольно строгой стилистике. При этом, если приглядеться, то все выполнено, конечно, максимально изысканно. Полы из мрамора, либо из наборного паркета, тоже такой довольно необычный паттерн. Один, другой, третий. И, конечно, фантастическая ванная комната. Опять же, из португальского розово-зеленого мрамора. Конечно, все в потрясающем абсолютно состоянии. Ну и это экспозиционная площадка. В том числе и здесь сейчас проходит выставка Хуана Миро или Джоана Миро, как вам больше нравится. С этим художником мы тоже сталкивались и не один раз. Были и в фонде в Барселоне, и в музее на Майорке. Если интересно, обязательно посмотрите. Ссылки на все упоминаемые видео будут в описании. Ну и, конечно, парк. Парк тоже очень красив. Много уютных уголков, он разноуровневый. Ну, можно сказать, он практически напоминает ботанический сад. Есть регулярная часть, есть более дикая часть. И, конечно, в парке также установлено очень много современной скульптуры. А вот этого аттракциона в 2016 году точно не было. Тропа, дорога буквально через кроны деревьев. Находится, надо сказать, на достаточно большой высоте. И от этого, конечно, очень и очень впечатляет.
классный такой аттракцион, честно говоря, даже не знал. Такая вот прогулка на высоте там где-то 20, может быть, даже 30 метров с отличнейшими видами и на парк, и даже на город. И здесь даже какой-то амфитеатр есть, вот можно сесть и наблюдать за природой. Классно! Классный аттракцион. Итак, друзья, снова стемнело, наше путешествие по порту подходит к концу, и мы снова в Рибейре. Ну, собственно, там, откуда и начинали нашу прогулку по этому интереснейшему городу. Надеюсь, что вы разделяете теперь это мнение. Кстати, перед тем, как закончить, мы еще успели буквально одним глазком заглянуть, посмотреть погреба одного из винных домов, который производит портвейны. Кстати, что важно заметить, эти винные дома производят не только портвейны, но и обычные вина. И вот, в частности, Бурмистер, или Бурмистер, не знаю, как правильно, производит такие, они очень неплохие. Так что обратите внимание, это хороший лайфхак, если вы не очень хорошо разбираетесь в обычных португальских винах, но примерно разбираетесь в портвейнах, то можете смело брать обычные вина этих же производителей. Еще один интересный момент заключается в том, что большинство этих домов имеют наименование, ну, скажем так, не португальское. Ну, Бурмистер, кстати, это немецкое. Есть австрийские, очень много английских домов. Ну и есть, в том числе, конечно, и португальские. Ну, вот этот напиток очень популярен не только здесь, но и, конечно, если мы говорим о вине, то когда мы говорим о португальском вине, прежде всего мы, конечно, вспоминаем про портвейн. Хотя культура виноделия здесь тоже очень сильно развивается. Мы об этом тоже говорили несколько раз. Традиционно оставлю ссылку на все эпизоды из этой чудесной страны. Но вы оставайтесь с нами, потому что будет не менее интересно. Традиционно напишите что-нибудь приятное, поставьте лайк. Ну, если считаете это видео полезным, то поделитесь с друзьями. Этим поможете и им, и нам. Спасибо. Пока.